Вот это да! Как сегодня снежно в автомобильном городе! Привет, Эмбер! Ты торопишься в больницу? Будь осторожна! Мы же не хотим застрять... в снегу! Ой-ой! Эмбер, ты можешь оттуда выбраться? Но тебе нужно ехать в больницу. Интересно, Трой придумает, как нам помочь? Здравствуй, Трой. Холодно сегодня, не так ли? Слушай, Эмбер застряла в снегу, а у нее срочный вызов, ей нужно в больницу. У тебя есть идеи, как ей помочь? Хорошая мысль. Поехали в депо и узнаем, поможет ли нам Тедди. Здравствуй, Тедди. Трою нужна твоя помощь с новой машиной. Спустишься? Тедди, Эмбер застряла в снегу и не может добраться в больницу. У тебя есть машина, которая нам поможет? Отлично! За работу! Какую машину мы построим? Может быть, эту? Нет? А как насчет этой? Тоже не то. Вот, мы нашли то, что нам нужно. Отлично, Трой. Давай вернемся к Эмбер. Итак, давайте узнаем, какую машину подобрал для нас Тедди. Привет, снегоуборочная машина. Как зовут тебя? Сэм? Добро пожаловать в автомобильный город, Сэм. Трой, Сэм – снегоуборочная машина. Он сможет расчистить дорогу, чтобы Эмбер добралась в больницу. Что ж, Сэм, поехали творить чудеса. Здравствуй, Эмбер, смотри, кто приехал. Снегоуборочная машина Сэм сможет расчистить дорогу от снега, чтобы ты точно смогла доехать до больницы. Вот так! Дорога снова чистая. Спасибо тебе большое, Сэм. Эмбер, давай узнаем, сможешь ли ты выехать из сугроба и отправиться в больницу. Это было потрясающе, Сэм. Пожалуйста, поблагодари от нас Тедди и Троя. И пока ты здесь, может быть, ты почистишь от снега и остальные улицы? Замечательно! До свидания, друзья. Скоро увидимся. Привет, Мэтт! Ты так быстро едешь! Куда ты направляешься? Да, понял. Ты видел одну очень опасную машину? Тебе стоит догнать ее. Ты в порядке, Мэтт? Ты простудился?
па-па-па-па-па-па. О, нет! Глядите, это же Тайлер! Он едет слишком быстро, да еще и с выключенными фарами. Тебе стоит остановить его, иначе он попадет в аварию и поранит кого-нибудь. Вот он. А вот и Мэтт. Что случилось, Мэтт? Ты слишком болен, чтобы быстро ехать. О, нет. О, смотри, а вот и Трой. Трой, полицейской машине Мэтту нужно поймать лихача и сказать ему, чтобы тот включил фары. Но Мэтт слишком болен, чтобы ехать быстро. Ты прав, Трой. Нам нужна машина, которая может очень быстро ездить, чтобы она смогла поймать этого лихача. Давай-ка поедем в депо и найдем машину, которая нам поможет. Не волнуйся, Мэтт, Трой скоро вернется. Здравствуй, Тедди, нам нужна твоя помощь. Нам требуется машина, которая будет ездить очень быстро, чтобы она помогла Мэтту поймать лихача. Какая машина способна ездить очень быстро? Цистерна. Эвакуатор. Гоночная машина. Хорошая идея! Гоночная машина может двигаться очень быстро. Замечательно! Контейнер уже едет к тебе. Давай-ка вернемся и поможем Мэтту. Что ж, Трой, давай построим нового друга. Сначала выгрузим детали. Вот это да! Получается! Это Джерри, гоночная машина. Здравствуй, Джерри, рады знакомству с тобой. Джерри, у нас для тебя важная работа. Мэтт приболел и не может догнать лихача. Ты не мог бы догнать его и остановить. Вот он, это же проказник Тайлер. Погоди-ка, Тайлер, Джерри хочет поговорить с тобой. Кажется, Тайлер думает, что ты хочешь погоняться с ним, а не остановить его. Тайлер, все пытаются тебя остановить. Ты едешь слишком быстро, и ты забыл включить свои фары. А это очень опасно. Тайлер извиняется и впредь обещает ездить аккуратнее. Отличная работа, друзья! До новых встреч! Поезд по имени Трой.
Привет, Кэрри. Сложный день сегодня? Ага. Ты везешь цветы для мам автомобильного города? Здорово! О, нет! Трой, Кэрри, нужна твоя помощь! Что случилось, Кэрри? Ты перегружена цветами, а у тебя спустило колесо. Ты прав, Трой. Нам нужно поехать в депо и найти машину, которая нам поможет. Здравствуй, Тедди. К тебе приехал Трой. Спустимся вниз, узнаем, что ему нужно. У Кэрри спустило колесо, и она не может отвезти цветы всем мамам на День матери. Ты поможешь? Автоплатформа? Замечательно! Спасибо, Тедди. Трой, давай распакуем эту машину прямо сейчас. Здравствуй, автоплатформа. Как зовут тебя? Фанни? Что ж, Фанни, у нас для тебя серьезное задание. У Кэрри спустило колесо, и она не может отвезти цветы. Поможешь? Отлично. Кэрри, это Фанни. Она здесь, чтобы выручить тебя. Фанни собирается помочь тебе доставить цветы. Итак, какие наши действия, Фанни? Открывай дверь, Кэрри. Фанни нужно забрать цветы. Не волнуйся, Кэрри. Фанни и тебя погрузит на свою платформу. Какие прекрасные цветы! Ой-ой, Фанни, а цветы не соскользнут с платформы, когда ты наклонишь ее для Кэрри?
Приготовься, Кэрри. Вот это да, Фанни, отлично сработано. Спасибо за твою помощь, Фанни. Счастливого дня матери. Спасибо, Трой. До новых встреч. Поезд по имени Трой. Привет, Трой. Давай поедем посмотрим, что сегодня происходит в автомобильном городе. О, нет, Трой, это здание небезопасно. Осторожно! Игорь, Эдгар, вы можете что-нибудь сделать, чтобы здание не падало? Фрэнк, Мэтт, у вас есть идеи? Как бы не было жалко расставаться с этим старым зданием, но я думаю, безопасней будет снести его. Ты прав, Трой. Нам нужно отправиться на склад в автомобильном городе и найти новую машину, которая помогла бы нам в этом. Не волнуйтесь, друзья, мы скоро приедем. Ну что же, Трой, давай встретимся с нашим новым другом. Какая машина сможет помочь нам снести старое здание? Гоночная машина, мусоровоз, кран для сноса зданий. Конечно, именно такой кран и сможет снести то старое здание. Уже загружаем. Давай отвезем его обратно в город. Сначала выгрузим детали. Ого, как замечательно! Привет, кран! Как тебя зовут? Дэн? Добро пожаловать в автомобильный город, Дэн! Трой, Дэн использует свой большой тяжелый шар, чтобы разрушать старые постройки. Дэн, у нас есть для тебя важное задание. Это старое здание рассыпается на части. Ты не мог бы снести его до того, как оно повредит кого-нибудь? Отлично! Давай же сделаем это! Мэтт, Фрэнк, включайте-ка свои сирены, чтобы все поскорее уехали отсюда. Вот так, теперь можно приступать к работе. Дэн, используй свой шар, чтобы разрушить это здание. Отлично! Продолжай в том же духе!
Молодец, Дэн! Ух ты, здание полностью разрушено! Игорь, Эд, вы не могли бы теперь убрать этот беспорядок? Превосходно! Теперь здесь все абсолютно чисто. Отличная идея, Трой. Строительная бригада, вашим следующим заданием будет построить здесь новое здание. Спасибо еще раз тебе, Дэн. До свидания, друзья. Скоро увидимся.